Утро. Прошло у нас Сашенька день рождения. Столько комментариев. Санечка, скажи, пожалуйста, тебе обидно было, что подарки подарили не только тебе, но и всем другим детям? Нет, не обидно. Я не понимаю вот этого. Как ей может быть обидно? Сережке подарили. То, что она любит сноуборд, подарили. Всякие раскраски на... Вот, Саша, Дунечка, вычкайся, вот и наш чайник, он немножко это... Нет, кстати, не подожди, а где у нас этот термопод? Не забрали, наверное. Нет, я хочу сказать, надо было подарить Саше, отвезти одну Сашу, а детей вообще без еды, без воды оставить дома и закрыть. А почему Сонечке ничего не подарили? Как это, бассейн вообще-то. А, точно. Бассейн. Еще платье, еще 2 бодика. Вот же всех не подарили. Еще и расческу с щеткой. Господи, боже мой, все подарили. И шарики. Поэтому, ну, купили бы мы только Саше, да, это. В следующий раз ехать, ну, это не... Все равно бы мы купили детям. Все равно купили. Саша была очень рада. Когда она все подарки получила, Сережки одела, она сказала, самые лучшие подарки в моей жизни. Да. Ну, они вообще всегда так говорят. Женя тоже так говорит. Самые лучшие подарки. Самый лучший день рождения в моей жизни. А у тебя тоже будет круто. Ой, крутой, мы тебе присмотрели. Ну, это потом, потом, когда день рождения будет. Вот когда у Тома будет рождение, мы уже Жене, Саше так символически там по блокнотику подарим, потому что они уже большие. Во-первых, они уже взросленькие. Ты как-то то, что у Саши с Томом все время двойняшками растут? Ну, с Женей, Женей. Ой, Саша с Женей. Да. Вот, и я думаю, что зря вы там начинаете прям на меня так. Мама, вот, надо, опять опозорилась, опять это... Ничего такого я не вижу. Так, я что взяла камеру? Мы сейчас... А, я вчера замариновала курицу. Мы эту бедную плиту все обглядели, обсмотрели, включить не смогли. Духовку я имею в виду. Настя даже видео смотрела, и мы не сообразили. И поэтому я мясо просто пожарила на сковороде. Очень-очень вкусное получилось. Вот, было очень поздно, дети уже все поели. А я только ночью закончила. Вот, поэтому духовкой пока пользоваться мы не будем, хозяйка придет, научит. Сейчас я быстренько с папкой мы поедим и поедем, позвонили мне с нашего пенсионного фонда, сказали, что приемным родителям заявление нужно подавать лично, нельзя через МФЦ, через госуслуги писать. Поэтому сейчас поедем искать пенсионный фонд. Во-первых. Во-вторых, хочу все-таки заехать на рынок. Он работает до 2. Но много мы покупать не будем, потому что, надеюсь, мы вот с Алиночкой подадим еще в 2 колледжа заявление. И все-таки удастся нам поехать на море. Потому что я сегодня звонила, узнавала даже тут, в Кущевской. Кущевская. Кущевская делают вот эти вот тесты. ПЦР, да. Я позвонила, даже ту неправильно назвала. Что мне надо? Какие тесты? Она говорит, только по направлению врача, но у них там же рядом есть платно. Ну вот я говорила тебе, что платно. Да, да, никуда ездить не надо, ни в Ленинградскую, никуда, они прям тут делают. Мы поедем с отцом, узнаем сейчас все. Поэтому чайник вскипел, мы сейчас... Сразу, да? Да, да, это... Но только после того, как с Алиной я разберусь, потому что вдруг она, куда мы там в Ленинградскую подавали, не попадет в списки, останется она вообще без техникума. Хотя, конечно, многие пишут, что пусть подумает, кем она хочет быть. Ну, как, например, в Америке, вот там 12 классов, да, в школе, и после 12-го детям год не поступают никуда, типа идет на раздумье. То есть год ты думаешь, но я бы потом через год бы никогда бы не пошла учиться. Да ну прям. Так, ладненько, поэтому девчонки сейчас будут готовить завтрак, а мы с папкой быстренько позавтракаем и поедем. Так, доченька, все, дайте я кофе папе с мамой сделаю. И все, мы поедем. Можно в магазин за мороженым? Позавтракаешь хорошо, дети скажут, что ты хорошо поела, тогда может быть.
Ну, жарко сегодня будет вообще, очень жарко. Мороженое надо, конечно. Особенно так, дети зубы. Да, дети зубы чистить, умываться. Смотрю, стоите, не умывались. Я умылась, когда... Вот, Санечка. Умываться. Сегодня Дарина ходила котов кормить. Ну, вечером остатки были, но не кормили. В холодильник поставили, чтобы не испортилось. То, что темно уже было. И Дарина ходила, кормила сегодня с утра. Уберу. Прям на солнце стоит. И это. И говорит, кошка пришла. И где, вот прям даже не скажу. Но где-то тут. Окатилась кошка. Не знаю где. Хозяева говорят, это не их. Чья-то. Ладненько, поехали мы. Ходила я в пенсионный. Ну, меня приняли, поговорили. Единственное, что у них там все по записи. И записали меня на 22 число в 2 часа дня. Пойду. Так что можно обращаться даже по месту фактического проживания. Вот. И 22-го пойду писать уже заявление. Знаете еще что? Раньше автоматически приходили и на карточку как бы родителя, а сейчас эти деньги придут детям на их счета. Вот. Поэтому она сказала, приносите все, ну, там, карточки или сберкнижки, что у вас есть, и эти деньги пойдут детям на их сберкнижки. Ну, я считаю, что это правильно. Единственное, опоздали мы молочку купить. Надо приезжать сюда часам к 8, наверное, к 9, а у нас уже 12. А все почему? Потому что я полночи опять видео загружала. Купил Вася вчера сим-карту. А продавец вместо того, чтобы дать на роутер, дала ему эту сим-карту для ноутбука. Вася вчера ругался. Ну, никак. Ну, в общем, спала я сегодня. Бракованная симка была. Ну, в общем, купили в Ростове, и куда теперь ее? Ну, все, мы купили овощи, фрукты. Фрукты нет, не покупали, овощи. Пойдем домой, готовить надо будет. Сейчас Вася несет покупки, а я несу документы. Тяжелая-притяжелая сумка с документами. Тома, осторожно, сейчас папа отремонтирует. Вот Саша сломалась, вот. Саша, нет. Софика купалась, которую Лена нравится. Лена пытался на наших скейтах покататься. А? Они не тяжелые. Что, Сонечка купалась? Да, недавно ее вытащили. Хорошо. Я тоже хочу купаться. После моря наберем воду, пока не надо. Слушали, вчера должны были. Ну, Настя. Девчонки. Ну, Настя все попылесосила, полы помыла. Кухню отмыла, всю. Да, все помыла. Да, осталось туалет и ванную помыть, но там надо купить утенок. Так, сейчас я покажу, что мы купили. Девчонки, кто опять чипсы покупал? Я деньги оставляла только на мороженое. Всем. Я больше вам на карточку оставлять не буду. Если сказала мороженое, значит мороженое. Причем тут чипсы и все остальное? Это Женя. Дарина мне сказала, я купила. Так, купили мы лук. Я говорю, уже нам опоздали на молочку. Помидоры вот такие. Мам, а они немножко Киндер и все. Так, давайте, когда мама разговаривает, вы не будете перебивать. Помидоры во вкусняшку, потому что мы будем папе делать. Так, вот перец тоже. Слушайте, там вот намного все дешевле на рынке. Я Вася говорю, мы больше в магазины ездить не будем. С утра встаем и на рынок. Вот и морковка хорошая такая. Взяла фарш, котлетки наделают. Их тут, ну, 1,5 килограмма. Тут килограмм, и там еще половинка. Две грудки, но мы их сегодня заморозим. Купили яйца. Яйца тут по 80 рублей за десяток домашние. И картошку. Картошка взяли, и пакет порвался, потом во второй поставили. Картошку где-то 3 килограмма. Вот. Ну и все. И сливы. Уже помыла Алина, да? Это домашние, местные сливы. Санечка, подожди, милая. Рынок вообще очень хороший. Мне очень понравилось. Намного все дешевле, во-первых.
Во-вторых, надо рано приезжать, чтобы молоко купить, сметану, хотя бы часам к 9. Вот мы поехали в 12, уже нету никого. Ну, видимо, распродали уже все. Так, Настя с Димой сейчас поедут за водой, утенок. Да, все купят это. И шарики. Какие шарики? Для бассейна с Софики. Так, ну все. Так, надо. Сейчас молоко. Как я уже говорила, Вася налил бассейн. Да? Сонечка налил. Деда бассейн. Саша сахар дома рассыпала, поэтому пылесосит там. Сейчас тоже выйдет. Угу. Тоже хочешь? Пап, там написали в комментариях, что можно самый большой болт как-то там расслабить немножко, и им будет легче кататься. Когда мы хотели на попробовать, там скейтборд маленький был. На осень девчонкам велики еще купим. Опять купили. Же тоже вот тут покупать машины кругом. Ну, посмотрим еще. Ну как бы без великов детям тоже. Подружка что-то не приходит, и больше не с кем детям играть. Детей нету, что ли, на улице? Я так еще вот до туда иногда. Окей. Ну, научилась это окей. Надо спросить у девчонок, может, они тоже хотят ролики? Но Саша все время сноуборд просила. Что, получается? А? Получается? Ну, это написали, что это не сноуборд, а как-то по-другому называется. Скейтборд. Сноуборд, мама, зимой. Ай-ай-ай, на меня. Я тормозить маму умею. Ой, как далеко-то мы уехала. Настен, крикни, чтоб возвращалась. Чего так далеко? Катается. На улице хорошо. Время 7 часов вечера, не жарко. Даже луна вон видать. Ну, вам не видно, наверное. Женечка, сбегай, пожалуйста, за ребятишками. Может, они ужинать будут? Ой, доча, знаешь что, залезь-ка, пожалуйста, поправь у Саши это, простынь, а то она, наверное, так и спит. Сходи, да, сходи. Я вам сейчас светила, лук убрала. Ну, надо заправить. Надо детей покормить. Время уже 7 вечера. Вот Сонечку кормили. Сонечку надо убрать. Сливы плоховато едят. Ну, съедят тут, много было. Вот такие у меня котлетки, показывала, не показывала, тоже немножко уже осталось. Ну, хватит нам поужинать, чуть-чуть картошки. Прикинем, почему? Чего? Взяла сливу, я так открываю, там... Кто? Белый червячок. Я выбросила. Блин, да чем ты сказала, я их так ем? Теперь буду проверять. Я мама видео снимает. Но бывает нечаянно. Надо быстро все есть. Так, все, мойте руки, пойдемте, я вас буду кормить. Мойте руки. Темновато уже. Привет, Алё. Привет. А, это не... А, ну. Не узнала. Богата будешь. Угу. Ну что, где вы там? Во. А, сейчас смотрела видео ваше, это не было в бассейне. Во, мам, да? Видно, что я видела.
поворачивать. Ну, хорошо. Открутил нам чуть-чуть Дима и хорошо поворачивает. Вот, смотри. Угу. Вот. А я говорю, что я надоела. Алло, это. Алло, мам, алло, пойдем туда. Мам, пойдем туда. Ну, пойдем, другой. Пойдем. А что она не приходит? Она стесняется. А, без меня. Я уже комары. А он нет уже комаров, я ни разу не видела. Есть! Да? Да. Пойдем туда. Вон с той тетенькой мы едем к ней там покататься. Она говорит, комары не закусали. Ага, ну понятненько. Она там режет свою пустыню. Настя, где там на траве играет Бадминтон? Бадминтон, да. Что-то она там упала, уже валяется. Сделала каждой серии очень много яд. Ну что, кто побеждает? Я, конечно. Смотрите, как катается. Ну давай, давай. Сонечка так рано сегодня уснула. 8 уже все уснула. Проснется часов в 12. Че, доченька? А, там лучше дорога. Ну давай, давай. Спортсмены. Том, ты одна так далеко катаешься? А. Да я уж напугалась. А там она Лина, вон там далеко. Она с Антоном, наверное, разговаривает. Да, она с Антоном. Давай, да. Лучше, да? Легче стало? Ну. Легче стало и лучше заворачивало. Угу. Все, круто. Ой, не убейся. Одна Дарина дома или тут тоже на улице? Дарина дома, да. Дома? Отращивай челку, она все у меня вот это. Да, у всех длинная челка. Угу. Ну, это такая какая-то челка. Ой, там мама вон. Ой, Лена вернулась, может. Ну все, все, играйте, играйте. Ладно, мам, буду пытаться. Пойдем, я тебе это. У меня к тебе просьба есть. Мама, Саша, ты надоедешь мне там. Я сейчас попытаться. Хочешь покажу, как я заверну эту палатку? Ну давай. Повернешь? Ну. Ага. Это, папа, иди собери одежду, пожалуйста. Я дома тазик ищу, думаю, где он? Так, отец будет снимать, а ты будешь складывать, ладно? Хорошо, что мы знали, как поворачивать, о чем мы так не научились. Хорошо. Пусть отец снимает. Настя, Дима и Алина уехали речку искать. На ночь глядя, а Сонечка одна. А мы утром поедем на речку. А, ну хорошо. Лена сказала, где речка. Я домой побежала, то что Сонечка одна. Ничего, воды пожалуйста. Мама нас пить. По поводу комментариев, что я очень плохая мать и плохо провела день рождения Сашеньки. Смотрите, что я нашла в ТикТоке. Сейчас. Услышал просто гениальную мысль. Вас не будут критиковать те, кто делает больше, чем вы. Вас будут критиковать те, кто делает намного меньше. Соответственно, если вы не хотите никакой критики, ничего не делайте и будьте никакие. Я от волнения взяла, выключила. Вообще, конечно, мы собираемся пить чай. Дариночка уже налила детям. Сама не будет, что ли, только 3 налила. Вот, и сейчас уже будем уже детей мыть и ложиться спать. Дети будут. Время уже много. Сколько сейчас время? Время уже 10. Не трогай, доченька, мой телефон. Зови всех. Вы помыли руки? Да. Подружки убежали домой? Да. Тоже поздно гуляют, как разрешают родители гулять им. Там у Леры это... Мама ушла на работу. Там Таня, и у нее есть козочка или барашек. Зовут Каня, ей на... Ой, Катей. Угу. Ей надо покормить животных всех. Угу. Вот она побежала домой. Ничего а себе. Алена, я не знаю. Еще и животных всех кормит. Сейчас, кстати, тоже хозяева придут, они поздно приходят. К
кур кормить, она душ принимает и собаку бывает приводит свою. Я хочу посмотреть собаку. Овчарка большая, Дарина говорила. Я редко бываю на улице. Мы видели огромную будку. Там три человека даже поместятся. Это вольер. Так, мы на этом сегодня будем заканчивать наш день. Все было у нас сегодня очень так тихо, спокойно. Прекрасно провели день, я так отдохнула. Завтра будет день новый, и мы посмотрим, чем мы будем заниматься. Мы будем обзванивать завтра колледжи, но там в основном, знаете, нужно сначала записываться. Так же, как и в пенсионы, вот, которые я ездила. Завтра будем обзванивать, договариваться, куда что. И уже будет видно, когда мы куда поедем. На этом мы будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Да, пока, до завтра.